Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Скажите, а вам еще не надоели кабачки? Если вы так же, как и я, их просто обожаете и каждый раз готовите по-разному, и все время ищете новые рецепты, думаю, что этот вам понравится. Кабачки с азиатским акцентом делаются очень просто и быстро, а получаются пальчики оближешь. Список ингредиентов открывайте под описанием. На сковороду с разогретым растительным маслом выкладываю лук, резанный полукольцами. Туда же кладу морковь, натертую на терке для моркови по-корейски. Обжариваю на быстром огне, чтобы овощи не успели сильно размягчиться. После этого уберу со сковороды. Наливаю масло, кладу болгарский перец и кабачки, резанные крупной соломкой. И также обжариваю вместе на сильном огне, не доводя до мягкости. После этого возвращаю сюда лук с морковкой, перемешиваю. Кладу чеснок, тертый на крупной терке, соль и специи по вкусу. Я добавляю молотый кориандр, черный перец, красный перец, имбирь и куркуму. Наливаю соевый соус, кстати, учитывайте то, что он уже соленый. А также яблочный уксус, или можно взять любой 9%. Размешаю и прогрею еще буквально минуту на огне. Осталось посыпать зеленью и отключить газ. Такие кабачки очень вкусны как в теплом, так и в охлажденном виде. Чем дольше они стоят, тем становятся вкуснее. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.